Добрый день, дорогие друзья! Я смотрю, что видео про белого бенгальского тигра Султанчика многим нравится, судя по комментариям. И действительно, этот наш пока холостой красавец просто расцвел. Стал широченным, таким привлекательным, просто-напросто хоть куда-то на выставку его, фотоработы отправляй или видео. На самом деле немало в мире всяких таких выставок, но, увы, не про все мы знаем. А так бы, конечно, я думаю, что многие питомцы тайгана, не только султанчик, но и тот же чук, раджа, братик султанчика, смело могли бы брать призовые места на этих конкурсах, выставках. Ну, мы их и так любим, ценим и восторгаемся. Он такой стал мощный султан, что шея у него слилась с туловищем, как знаете, у борцов. Такой мощный загривок. Красавчик. Вот, друзья, январь месяца. Зеленая травка. Витаминчики, все в наличии. Так, и давайте уделим немножко внимания соседу султанчика. Белый султанчик, а рядом у него черная пантера. Вон огромный тигр тоже поглядывает на пантеру с интересом. Скажет, вроде на тигра не похоже. Что за зверь? Вот такой тут тоже интересный тигриный угол. Раджа. Пантера носится. Им здесь, в общем, друзья, не скучно. Все, пантера уже заскочила на крышу. Что ж, друзья, всем большой привет из этого интересного уголка Крымского сафари-парка Тайган.